Кирове начали открываться отделения общественной поддержки кандидатов на пост губернатора Кировской области. Жители, которые уже определились с кандидатурой на пост главы региона, могут там официально подтвердить свое желание, а именно проголосовать за нужного претендента. По сути, в штабах общественной поддержки кандидатов на пост губернатора ведется сбор подписей. Это необходимо для участия кандидатов в будущих выборах губернатора области. Кроме того, здесь любой желающий может оставить свой наказ претенденту на пост главы региона. При себе нужно иметь только паспорт.